Короче, зовут меня Саша, живем в Белском районе, как бы в 6 часов утра я просыпаюсь, что мимо меня проезжает сначала какой-то танк, какой-то типа, что-то типа БТРа, потом за ним через минуту начинает еще ехать 3 БТРа. Я одеваюсь, хватаю машину, еду за братом за своим, в соседнее село. Начинается стрельба с пулеметов, там, право-влево, там, по заборам. Потом мы с братом едем, короче, ну что делаем, наверное, блядь, поедем хотя бы каким-то нашим знакомым, у меня там есть и ФСБшники знакомые, паранцы есть знакомые, хотя бы какую-то информацию им сливать. Подъехали, спрятались в кустах, поставили машину, открыли капот, видели, что якобы, и сидели, короче, выжидали, выезжали, ездили 2 БТРа постоянно право-влево, мы это все снимали на видео, и координаты давали, передавали знакомым погранцам. Потом они поставили 2 БТРа в кусты, разбежалась ихняя, как их, ДРГ, ну, группа этих, как их правильно сказать? Ну, рассыпались, да, короче, малыми группами. Да, мы слышим, мы их видели, там они бегали, да. Потом поставили они эти 2 БТРа, загнали там в лесок маленький, там за шиномонтажкой засаненной. Они залетали уверенно, как бы, или на кошмаре? А, ну, как вам объяснить, они стреляли с него вверх, они не стреляли ни по мирным жителям, ничего. Позади, там, видно. Мирных жителей, они тормозили, сказали, зайдите, пожалуйста, во двор. И нас мы видели, вблизи у них песочная такая форма, и все, они просто, ну, посмотрели нас, все, мы дальше проехали. Как бы к мирным, да, чтобы не это.